Че вы? Я не понял. Че, включил? Че, поехали? Блин, подожди, я только навел. Ты заколебал? Ты че, зачем ему разрешил-то, Лёха? Какую еще... дорожку, время уже? Че, время? Я тогда пошел за камерой, поснимаем. А как у меня не это, не термопак? Попроси термопак. Пользуясь случаем, передай привет. Снимаешь, что ли? А, нет, все, я тут фиксится, да, я тут и разогреваю камеру. Всем привет. Бонжур, французы. Как жить православно? Сережа, ничего не говори, сейчас я микрофон дам. Зачем? Сережа спрашивает, зачем? Конечно. GPS. А, то чтобы я в лесу не потерялся? Наверное. Давай. Скажи, бонжур, французы. Hello. Hello, my friend. Барбара, бля. Итак, что-то пересветы, Юля, но и все равно... Вот. Ты зазор соблюдай. Кто такой? Ну, как бы. Нет, я навалиться хочу. На меня, что ли? Нафиг ты нужен. Сегодня у нас большое путешествие. Дядя Лешу, давай сфотографируем. Пользуясь случаем, Леха, передай привет. Колумбия, Пинчерс. Это Леша Хлеборез у нас. Да. Новый бандит. Так. Леха сразу так напрягся. Напрягся, но у него подпольный псевдоним. Не говорите никому. Он тебя тоже на пайку почикает, смотри. Сегодня какая у нас? Ждем Сережу. Задача, едем... Проверить. Кое-что. Едем мы клюкву посмотреть. Сережа места сейчас свои покажет. Нет. А какие? Ну, посмотрим, есть ли клюква там всех. Посмотрим, да. Есть ли клюква, захотелось клюкву, витамин здесь. Я там что, с детства не бывал вообще? Сережа с детства не бывал, я вообще там не бывал, Алеша тоже. Все, ждем, он кофе набрал, чума. Кафе уют, никого нету. Тишина и спокойствие. Время обедешнее. Время обедешнее. Сейчас Сережа кофе допивает, да уезжаем ехать. Блин, у меня соляра там полбака не хватит. Чего? Шутка. Но я люблю с полным баком ехать за клюкву. Едем. Пассажиров со задних. Сережу мы взад посадили, как самого худенького мужчину. Как молодого самого. С мачетой. Но мы поехали. Че, едем это? Туда, куда я думаю, Серега? Да, все верно, ты думаешь. А ты куда туда? Точно-то знаешь куда? Да. Все замечательно. Выезжаем мы за клюквочкой. Че, Леха, пообщаемся дорогой. Леха. Че ты там? Рацию? Сережа, как маленький ребенок. У меня Роман Дмитриевич тоже эти рации любит. Я тоже люблю всякие игрушки. Че, давай деревню. Вон Тимофей Петрович пошел куда-то. Попиндикаем ему. У нас же трудное детство, деревянные игрушки, хоть сейчас наиграться. Сережа, игроман игрушечный. Дом культуры наш. Заснимем. Да. Когда сделаешь отмостку клубу? Я, что ли? Да. За счет заведения. А я вчера эти кучи-то показывал. Ну что ты, Сережа, расскажи-ка публике, как жизнь-то у тебя? Жизнь? Потихонечку. Говорят, ты тут на рынке барыжил рыжиками, груздями. Как успех? Подбарыжил маленько, настройку, ты что? Настроечку, да? Все идет в дело, Димон. Много денег заработал? Круговорот воды в природе. Говорят, что ягод мало в этом году. Как ты думаешь, будут ягоды сегодня или нет? Сегодня нет. Блин, ты что ты все вот портишь? Все портишь? Настроение людям всегда. Ну, нам же надо сделать Вики Види Виц. Как переводится? Вики Мапье. Вики Види Виц. Wikimakia.org. Пришел, увидел, победил. Латынский, что ли, выучил? Да, вот приедем, увидим. Есть ягода, так есть, нету, так нету. Есть только ямка. И выезжаем из нашей деревни, господа, на большую дорогу. Я с собой сапожки взял, не показал вам там. Скороходы. Сапоги, нахуй они там, дутуши, еще с чулками, так устанешь в них ходить. Но они легенькие, так-то мне нравится. Вот ты. Смотрим. Есть кто-нибудь там, вот никого нету, а здесь вот едет какой-то, еле едет. Он соблюдает скоростной режим, нормально он едет. Так у него девяточка, ничего она не едет. Восьмерочка. Эти девяточки летают так, что ты еще пыль будешь глотать, что. Ох, до первого километра. Это ты на своем больше сотни не даешь, боишься. Чего боюсь-то? У меня нету нужды больше. Все, выключаемся, как приедем на серьезную дорогу, включусь.
Немножко вам дороги в ленту. Сережа нас завозит, как Сусанин, в лес. Куда ты завел нас, Сусанин? Как там Сережа говорится? Ну, как-то так. Идите вы. Да. Я сам здесь впервые. Я музыку-то выключу. Покажу немножко красоты. Вот здесь древние люди жили, надо искать их, ходить. Хотя, может, поля были раньше. Песочки. Болото всегда было, что ты. Не, на Бурах-то не было болот. А это куда здесь дорога ведет, Серега, не скажешь? Промолчишь, да? Все дороги куда-то ведут. Что? Все дороги ведут в рай. Угу. В основном. В основном. Ну давай, Сережа, расскажи нам. Давай ты рассказывай. Сережа стесняется. Все, мы хотя, может, не приехали, не знаю. Почти. Я не так ищу клюку. Я ищу, беру генштаб и по генштабу смотрю, где болото, и еду в болото. Вон, смотри, вот здесь стояночка, бросают они автомобили, вон туда еще. Ну, там тоже болото. Все, ребята, мы сейчас гору вниз и в болото заезжаем. Дальше идем пешком, я навигатор включу, чтобы не заблудиться. Сережа тут не был, говорит, с детства. Ну, мы-то едем на малое болото посмотреть. А на большое болото, что нам мало-то с тобой? Где лоси гибнут. Ну, засасывают лосей, подходишь к нему, рога спиливаешь, чтобы не убивать. И за те штрафы тебе нету. Да, так и делают. Тут таких трясин нету. Рассказываю. Пачку соли покупаете, ее на болото ложите на пенек. Лось идет, подходит, ищ, засосала по колено. Ты к нему подходишь с пилой. Сзади, главное дело. Не, сзади не надо подходить, он тебе лапу. А, он вообще-то не пнет тебя. Можешь и сзади подходить. А лучше не надо. Спереди. Рога ему спилил, и все, и уходишь. Не противозаконно называться. И ничего не приедет, ты лося не убил. А мясо пускай пропадает, ну. А он вылезет, когда болото высохнет, повесит по осени. Или откопают мужики. Увидят. Я видел, как этот трактор шел по тайге, и лося нашел этого. Что-то я на четвертой скорости здесь почему-то еду. Странно. На четвертой нам не надо, нам на второй. Ну и что, трактор шел? Трактор шел, и лось сидит вот так же. Лоса кто-то рога ему спилил. В какую сторону? Туда-туда. Прямо. Вот. Спилил ему рога кто-то, и он застрял в большой яме. Он его, а там шел трубу, он прокладывал трубопрокладчик, или хрен знает, здоровый трактор. Он его привязал, тросами выдернул, и все. И лось такой, шатаясь, ушел в лес, без рогов. Видео есть в интернете. Все говорят, о, мужик молодец, спас лося. Все, мы заезжаем в болото уже, песочки кончились. Я бы съел. Съел? Так его надо сначала разделать. Сейчас приедем, покажу. Лесополосами, знаешь. Мы приехали. Что, сапоги обязательно, да, Серега? А болото? Ну, вообще-то... Или желательно? В лесу-то желательно сапоги одевать. Ходи в тапочках, что? Русин туристом, Сережа у нас. А это что, для связи или что, палка-то? Сапоги вот такие, дутыши. Алло. Нашу. Антенну вешали, что? Радиосвязь. Сережа нашел какую-то штуку. Мопедик-то нас догоняет. Блин, мопедик едет, ребята. Что, достаем ружье? Что? Мопедиста. Мы его там обогнали. Он, смотри-ка. А он, может, туда поехал, да не сюда себе? Или сюда, думаешь? Отстреливать будем мопедиста. Тут, оказывается, оживленно очень. Да. Тут связь только. Он не с корзинкой всегда. Едет. С корзинкой, да, смотри-ка. Точно. А, тихо. Проследим его. Тихо. А что его следить-то? Куда он? Чик. Че? Как бы у меня чичики мои. Не утащили. Грибами. Не, корзинка-то маленькая, не это. Дедан поехал за ягодами. Мы у него место-то спалили. Корзина-то не видна у него. Ну так что, понятно. Я наберу, так тебе помогать. Что, выходим? Да. Машину оставляем. Блин, здесь. Я банный совок забыл. Знаешь, как это? В роликах клюку-то собирает. Пацаны там что-то говорят. Сережа, ну, ты только, ладно, не матерись. Хотел взять этот. А то на тебе микрофон навешан. Понял? Не забывай. Понял. И пукать пойдешь, если в туалет, предупреждай, чтобы микрофон отключил. Я, ну, я на кнопочки понажимаю. Боливар наш двоих увез, троих даже. Так, что, в болото заходим? Куда идти-то? Вон тропинка, давай. А думаешь, эти лосины-то есть вшито? Есть, конечно. Идем. Сейчас я... Погоди-ка, идем-то, стой. Надо же этот включить трекер. Ё-моё, Серега, покури пока. Ну, включи трекер. Показываю, пацаны. Пока зазавываю. Сейчас, погодите. Этой тропинкой пойдем.
Так, у меня что этот-то? Локализация включена. Не, вон, рядышком вообще. Да блин, одной рукой неудобно. Там еще большое где-то есть болото. О, у меня здесь еще эти карты. Сейчас, погоди, я вам покажу. Степь, да, сейчас спрошу, что за карты у тебя? Карты мы сделаем другие. Блин, еще. Вот так, карты. Локальные карты. Включим вот эту карту. Открыть. Все, ищем, где мы находимся. А? Покажи-ка. Чего? Белый мох-то? А, так тут старая дорога идет. Вот она. И Серега нас на маленькое болото, видите? Есть большие болота. Дед уехал вот на эти болота. Где у меня грибочки? Серега, так ты что нас на маленькое-то повел? Так, включаем. Нет, в любом режиме. А что такая, слушай, телефон-то новый еще. Не все, разрешение даты. Все, включена запись трека. Убираем в карман. Чем хороша запись трека здесь? Сюда. Что она сохраняется со временем. И вы можете в любой момент по нему, ну, например, через год вы сюда приехали, я могу этот трекер в настройках найти маршрут, наложить на карту и по своему же маршруту дойти. Змеи-то убрались. Серега, тут болото-то дрищавское, дед-то уехал нормально на большое. Че ему сюда какое-то болото? Сейчас посмотрим, я потом на большое съезжу. Дрищанск. Че тут маленькое болото по картам-то вообще? Детское. Детский сад сюда возить, клюкву собирать. Пересветы, наверное, ребята будут. Дайте-ка я включу этот. Ты еще не дошел до болота-то, Дрещанское. Сегодня день хороший. О, Сережа, звонки опять. Вот здесь металлоискателем можно походить. Древних людей поискать. Как вам местечко? Шикардос. Идем на болото. Ну-ка, Сережа, запевай песенку. Шел я лесом, видел чудо. Чудо видело меня. Если б чудо я не выеб, чудо б выебло меня. Просили же не материться на камеру. А, ну, я так это. Все, начинается, смотрите, как проваливается трясина здесь. Сережа, если что, мы тебя вытащим. Ладно. Вот это маленькое болото начинается. Вы, наверное, болото трясин не видали только в фильмах топь. Сейчас мы вам покажем натуральное болото. Что-то все пересохло уже, Димон. Где медведи засасывают. Не бойся. И лосей, вон она, медвежья ступня-то. Блин, что тут связь есть, что ли? Мне все кто-то звонит. А сделай-ка в автономный режим. Тут, походу, это... Кого? Синявочка или по-другому сыроежка. Горькая. Горькая правда только бывает. А сыроежки бывают сырые. Я иду замыкаю колонну, если на пацанов сзади медведь нападет, буду отражать опасность. Медведи любят клюкву очень сильно, к зиме они всегда ее едят. Вижу, вижу. Вот они, клюквы-то, куда пошли-то, ребята? Вон Леха ее, мы по ней ходим. Поперла косточка, мелковато, Серега, давай крупнее искать. А что я тебе где крупнее-то возьму? Я знаю, где хочешь, ищи. Мы приехали, ты обещал крупную, свиноград. О, кислятина! Ребята, поперла косточка. И что ты по ягодке вот так можешь брать? А как они? Такие растут ведь. Ты половину-то в корзинку бросай. Ишь ты, что удумал. Ладно, пойду я свою поляну поищу. Кислятина, да? Слезы текут. Слезы. Мне на плечи упали. Мало-мало, Серега, это. Что это? Несерьезно. Подавай. Дед-то уехал. Поехали за дедом. На большое болото у меня карты есть. Что, разбегаемся? Рации не взяли. Да, мелковато. Мелковато? Ну, что это, несерьезно? Ладно, мы сейчас выйдем на открытое место. Ну, она должна быть горстями. Давай нас в топ веди. О, горстями? Это ты что, не на севере ведь? Что? Бери по ягодке. Курочка по зернышку плывет. Вы что меня подрезаете, ребята? Ладно, пойду я свою поляну искать. Сережа, ты такой, насмущался. Я же одинокий волк. Ты же нас ведешь на ягоды. Мелковато, ребята. А видишь, Лех, переродилась. Мелковато, ребята, не сосны, то. Сосны не растут. У нас, но есть, дофига ее, так-то вон она, красная. Ах, Сережа, не туда ты нас привел. Чувствую, не туда. Так мы устанем собирать ведро. Пошел я искать, ребята.
этот, ягоды. Сейчас топи найдем, если тут топи. Мало-мало, что это, несерьезно. Не, ну что? Болото-то высохло, походу. Сейчас пошаримся, что-нибудь не найдем. Ладно, мы идем. Это не вот то. Вот она крупнее в этом, в багульнике. Такая клюква нам не нужна. Она ой, есть, все конечно, тебе не ладно, а? Ее. Бери по ягодке, не ошибешься. Гроздями расти, когда ее много, урожай. Вот так. И она крупная должна быть, это мелочь. Ты что, разве клюква? Можно набрать на баночку. Ладно, отключаю камеру, если что, поснимаю с груди. Сережа, не расслабляй булки. А то лось сзади подойдет или медведь. И все, и Сережи больше не будет. На корточках собирай. А ты что, с собой пикарды не взял? Пикарды нет, не взял. У меня они в другом месте. Пацаны зовут, говорит, там побольше у них. По пол ведра уже набрали. Давай в нормальную позу. Не, на корточках, о, ты так не стой. Во. Ну опять нет. Во. Ты ищи, нам говори, мы приходить будем, помогать. Есть, есть. Вот кочки-то найдешь, если да, действительно. Но все равно мелкая, Леха. Да. Я помню, мы собирали, она была с голубиное яйцо в свое время. Чего? Ну, образно, образно, Сережа. Изопов язык. Перепелиная, да, я имел в виду. Да, смотри, как глубже в лес-то больше ягод. Ты знаешь, сколько витамина С здесь? Мама, не горюй. Мы раньше зеленую с бабушкой наберем. Она выложит куда-то на печку. У нее она дозревает, лежит, как помидоры. Как люди собирают ведрами, я не представляю. Бля. Вот так и Леша собирает. Это прикинь, комаров сейчас нету. А еще есть комары, если ты ведь умрешь. Да, так-то и есть вот кочечки-то. Ну, конечно, лето жаркое было. Подсохло все. Ты двумя руками-то, как дядя Дима, давай. А, на солнышко хорошо уродилась. От дома до свет. Ну, мы с зеленцом, я помню, говорю, собирали, она доходила. Хоть бы фиг. Нифига тут ягод-то. Я не знаю, камера если передает, то это передает. А если не передает, то не передает. Фу. Ну, они мелковаты, Сережа. Но так-то нормально. Может, и наберем по стакану. Если Сережа не будет выступать, да. Мне литрочку-то минимум. К вечеру-то, да. Дедан-то точно уехал на другие места. Мы тут спалили его хату-то, он скажет, ладно, поеду подальше. Да, ягод много, вот если кочку наберешь, можно все, мелкие, кажется, но можно брать, 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 брать. И все, они идут и идут. Ягода есть, но мелковато. Почти на каждой кочке. Много ее. Ну, я думаю, мы наберем. Можно литру-то смело набрать. Не напрягаясь. Сережа куда-то убежал. Непонятно куда. Мы сейчас тоже поглубже зайдем. Она уже мягкая такая. Морозом, видать, прихватила ее или перезрела. Непонятно. Разрываешь кусты, ее тут полно. Сейчас попробуем крупную найти. Надо на болото идти, где сыро было. Здесь сухо ли там было. Здесь вот ничего нету. Вот такие надо кочки искать. Все, уходим туда вглубь. Так и можно не уходить, конечно, говорю, вот она вся здесь, вся ягода. Но не так, конечно, усыпана, как хотел. Даже усыпана-то усыпана, мелковато. Что вы там собираете клюкву у себя?
на югах или нет. Кладезь витамин. На солнышке я тут красным красну. Надо идти крупненькую поискать. Ну что, я продолжаю собирать ягоды. Сейчас я пойду туда в болото еще зайду. Самое. В трясину. Пацан туда уходит. Идем вглубь болота. Есть. Но хочется покрупнее еще. Сейчас посмотрим, что там в сырости, в топях есть. Здесь пока оставим. Сережа вон там ходит. Куда-то пропал. Где по суше, тут вообще мелко. Надо искать, где посырее места. А посырее места, где деревьев побольше. Мелкого кустарника. Все болото да чаще, да морожка кругом. Что-то вот здесь нифига нету. Сережа все собрал. Все. Продолжаем. Так, прошел я все болото. Блин, где-то медведь ходит. Здесь чьи-то следы. С этой стороны ягод вообще мало. Есть, ну-то. Опять сюда подходишь, в ту сторону. Начинает появляться. Ага, Сережа идет. Пойдемте посмотрим, что он. Он по краю болота ходит. Что он тут хочет найти, нифига. Здесь уж болото кончается. Сейчас мы у него интервью возьмем. Ну чё ты, Серёжа? По краю болота-то ты чё ходишь? Тут ягод-то нету. Давай делиться. Жизнь. А то поломаю, блин. Жизнь или ягоды. Оп. Нормуль. Чё, поедем? Чё, поехали на большое болото? Поехали. Или по ночи дело пойдём. Я чё? Они вон ягоды-то есть, видишь? Ну ты чё крупную ягоду? А болото тут гулькин хрен. Километр на километр. Оно мало и называется. У меня карты ведь есть. Вот там посередине засуха была. Ну как это, возвышенность, там ни хрена нету. По бокам болото только сырость-то. Понимаешь, Сережа? Давай я твою жопу сфотографирую. Нафига? Так ты так встал так. Меч, как ягоды собирай. Ты главное соблюдай зазор. Зазор? Да. Все понял. А то пацаны неправильно поймут. Ты на что намекаешь? Ну, слушай. Мелочь, Серега. Че, мелкая ягода-то, нафига она? Че, мы решили, Леха, переехать? Да. Сейчас пойдем вот так, это, будем шикать, что попадет. Или? Я думаю, что вот ты неправильно решил. Вон здесь-то есть ягода. Частично. Частично. Вот там, где Серега откуда пришел, там вообще ни хрена нету. То болото-то уже заканчивается. Ладно, мы сейчас смотрим. Колян нас полюбит, да? Ты бы мне сказал, я бы тебе привез это. Кого? Кирова клюкву-то. Так, мне сам процесс посмотреть, по лесу походить, что мне клюкву-то? Вот. Клюкву-то и дурак купит. Прикольно. Я бы там бартер навел, я бы баночек... Я говорю, каждый день можно по ведерку ходить так, да? Ну да. Съездил, и на зиму-то столько можно насобирать ее, можно... Зёдрами есть. Да. Сейчас ложками, я... как икру. Да, никого. Вообще одно удовольствие собирай, ходить по лесу. Еще на то болото приехать, ну понял, где ее побольше. Да-да-да, мы сейчас сюда приедем. Видишь, тут как-то она, да, ну... А ну есть где-то, так. А если в коме съездить еще, да? Че ты набрал, нифига себе нахерачил. Че, как у тебя так же? Я просто ведро поменьше. У тебя, видишь, чистче, у меня-то... А я-то прибирал. А, перебирал еще? Ну, я попадет, я иду, так я убираю эту штуку-то. У тебя ведро больше. Ну что, может, бросим?
Кого? На другое. Давай, Сережу, может, здесь бросим? Жарковато стало, не кажется? Серега, выводи нас, мы не знаем, где тут выйти. Опа, вот это тут кто-то был. А, я думал, ты не захотел нас выводить, когда ты, парни, попали. Рябиновая уржумка. Бери, сдашь. Раньше я любил уржумку на коничке. Раньше, что ты только не любил, скажи, Серёж. Ну, за тебя всё плюшку, всё, что горит. Любил? Опа, не фига себе. Пир, пир. Куда идти-то, Серёга? Вот это, ребята. Сейчас вы от меня полностью зависите, да? Ягоды сюда, быстренько все. Давай туда всё, прямо на солнышко иди. Так у меня же трекер включен, Серёга. Я-то вообще не парюсь, хожу. Блин, так-то есть, смотри, ягода. Ну, так папа вас в херовое место не приведет. Так она какая тут папа тут уже, блин, но... Она мне в свое время, блин, жизнь спасла, она клюква, ёпты. Жизнь спасла у Сережи клюква. И не звонил по телефону, да? Тайгета, да. Не выживешь без неё, блин. Я тут медведи-то у тебя знакомые, показывай. Не, здесь я здесь-то залетный. Ага. Че, выходим? Только куда, не знаю. Так она вот здесь нормально. Так она мелковата тут, Серега, ягода-то есть, но больно уж мелковато. Устанешь собирать ее. Ладно, собираем дальше. Сейчас, наверное, переедем на большое болото. Все, мы выходим сейчас на нижнее болото, съездим. Выходим вверха с болот. Включи-ка микрофон, Серега, у себя. Спросить кое-что надо на камеру. Сережа сейчас будет выступать. Не буду я выступать ничего. Вон тропа идет, это чья тропа? Лосиная. Дай-ка навигатор достану, это, мне кажется, не туда мы идем. Вот, машина тут 30 метров, я тебя сейчас приведу. Сережа говорит 30 метров, а я бери сейчас... Бери левее, и не ошибешься. Заходили по солнышку, а солнышко иди. Вон она, машина у тебя, блестит. Да, мы как раз туда выходим, где заходили. Видите? А здесь брать чего? Можно, но брано. Все брано и... Вот считай, тут голубика, просто... брусника. На другое болото. Ну, блин, что-то меня шапочка криво. И замарана все. Так, где она поблескивает? Вот где-то тут должна поблескивать уже машинка. А вот за этой елкой. Режет тут руководит выходом. Грибов нету, сука. А, вон я вижу. Сейчас на другое более большое болото. Грибы есть. Ой, грибы. Какие грибы? Блин, я тут заморался. О чем ты, блин? Полведрёшка. Дёрнули. Да легко, что. Она же так, кстати, жирненькая. Так, Серёжа, посмотрим, сколько. Ручка-то уже, смотри, прогнулась. Угу. Ну, что-то мы идем и идем. Серёжа, ты чего? Куда нас завел? Вон машина-то, не с той стороны вышли. Все нормально, идем. Мы срезаем углы острые. Сережа тебя режет там. Сейчас полное ведро будет этих веточек. Я что, чисто собираю грибы, эти веточки. Ну что, хвастаемся товаром? У Леши полное ведро. Да не. У Сережи тоже пол корзины. Мало. Ё-моё. Нормально, что все одинаково набрали. Ну, Сережа поменьше, конечно, бегал много. Я вам показывал, где растет. Я же не для себя, для вас стараюсь. Едем дальше. А, вот, Серега. Вот потом за белыми сюда приедешь. Куда стоит ведро-то будем? Надержи тогда будешь. Став корзину. Так ты бачок-то, да, отвали вот так. Ой, оно не опрокинется. Ты только там горстями не перекидывай, я тебя знаю.
Лёха, сам ведро сюда. Я между ног. Ну ладно. Сейчас я переоденусь. Что, сапоги не будем снимать, да, когда чуть-чуть не-то туда брошу? Да, конечно, не снимать что тут. Да, я не люблю сапогах ездить. Ну что ты, забил большое болото? Нет, сейчас забил. Садись, а кури вот пока. Смотри, выезжаешь на просеку и вправо, да? Почему? Да. Сейчас я скажу. Ты не ссы. Что-то сел. Я-то сюда еще на мотовозе ездил, Димон. Так. Когда ты еще пешком под стол ходил? Пешком под стол я не ходил. А ты сразу побежал? Я был всегда по леди. Смотри, вот наша дорога. Где мы-то? Сейчас я погоди сориентируюсь. Да, мы за... А, не так. Не так, не так. Вот так мы. Ну, примерно так. А что ты нам на вон туда вниз? Ну, вот туда и надо нам. А что, вот туда наехать-то? А ты сейчас на просеку ты выйдешь? Но... И направо. Вот я тебе про что и говорю. Нам нужно вверх сдать и вот туда. Куда сюда. Вверх? И вот сюда до болота дойти. А тут-то мы сейчас на выезд поедем, смотри. Нам надо вот сюда сейчас завернуть как-то. Поехали, что? Ой, GPS-а, GPS-а. Вот она сейчас идет, видишь, дорога, мы уедем туда. Где? Вот это-то? Да. Это возвышенности? Обрисованы. Так, ущипнуть-то с какого-то, с ведеркой? Я бы, Серега, знаешь, что сделал? Вверх бы он туда поднялся, вниз бы спустился просто прямо вот до сюда доехал. Так вот там, вот где эта грязь-то, там как раз болото. Я-то уехал вообще за это. Давай поехали, там проверим, что. Где там? Нет, налево и да-да-да, поехали. Там болото. Просто я не знаю, есть ли там клюква. А мы сейчас спустимся по болоту. Вот до сюда сейчас доедем. Я тогда ловил, там все в траве было нафиг. А если сюда доехать нам? Нам не вариант. Что мы уедем? Вот туда здесь вообще болот нету. А мы вот так сейчас мы поэтому. Мы как бы обогнем. Да нету там дороги. Да, блин, да как он хочет по этой просеке проехать. Вот, до вот, сюда. Вот по просеке. Нет, может, на карте нет, а так-то есть. Не, поехали сюда, здесь машину бросим, да и спустимся вниз, да и все. Все, мы выбираемся на новое болото, вот, и там ближе там, к дому. Тут лесополосу переезжали. От нее сюда к низу, там уже болото. Сережа, что-то не то говорит, блин, я. Да я тебе все то говорю. Спотел, я думаю, холодно в лесу. Что-то жарковато. Ветра нет, да. Да что ты говоришь? Надпись какая-то, да? Не листочки. Серега, покажись-ка, где ты там. Помаши ручкой маме. Вдруг смотреть будет. Мама у меня YouTube не смотрит. А она не только YouTube. Что, в Одноклассниках дублируется. Ой, я поворот зачем-то включил. Мы же в лесу. Так, ты давай, Леха, ну что делать-то? Будешь штурманом у меня. Маршрут-то не выключен. Дай туда 300-200 метров и налево уходим. Вот там болотина. Мы сейчас сюда вот где-нибудь, вот здесь надо тормознуться. Смотри там, расшевели экран. Может, конечно, там, но я потом туда съезжу, проверю все. Вот, сейчас мы поехали, он тебя должен вести будет. И мы туда вниз спустимся, я там был уже. Что, едем? Едем. Где ты был? Там внизу был? Да, внизу. Когда ты там был? А мы там что-то грибы с Юлькой собирали. Мы спустились за самое болото туда. Едем поближе к болоту, подъедем. Цинкани. Все, мы едем. Куда едем, не знаю. Куда-то едем, в общем. Ты тихонько едь-то, а? Зачем? Да, не потрясываешь, что ли? Жесткий стиль включаешь какой-то. Нормально. Че, шей поймал? Ни одной. На вниз туда идти? Надо. Ты что, здесь-то не ищи. Так просто мы могли с той стороны заехать. Пешком спустимся. Веди нас. Мы идем вниз. Так не факт, что здесь клюква будет, понимаешь ты. Надо болото дойти, Серега. Здесь, смотри, так не болото. Нет, уже тут болото. Еще не болото. Мы по картам, где показаны болото. Тогда. А что она? Не сезон. Ну, черника-то черника. Есть. Ешь давай чернику. Не всю собрали. Не, мы по другой ягоде сегодня. Сейчас я карты включу.
И все покажу, посмотрю по картам, как идти. То наугад идем. Идем мы по картам. Сережа, не отставай. Мы тебя искать не будем. Все, как раз мы сейчас заходим на угол болота. Вот он там начинается. И начинаем искать ягоду. Вот оно сейчас начнется, болото. Ну, можно сказать, уже началось почти. Нет. На натуральное болото вышли. Вот это большое болото нарисовано. Чё, чуйка, тут карты нарисованы, большое болото. Ну-ка покажи. А то сейчас оставим тебя в лесу, да выступаешь. Чё тут, клюква? Надо искать, ребята. Чё, вон клюква. Мало только. Вот. Нет, где-то жена пойдет, она чудит. Полянку, главное, что-то что-то найти нормально. Брусника вкусная. Это явно болотный. Серёжа, отбери, расстоят. Лёха, тропа. Тропа медведя. Опасно. Опасно. Клюква. Клюква. Все, мы вроде пришли. Молодой медведь. Так, телефон пока уберем. Ищем. Сейчас кочки. Все, топи начались. Смотри, здесь столбик еще. Чей-то. О, Сережа, давай. Палку, Леха, палку. Ветер. Сережа завел нас в трясину. Клюква-то вон вижу, я стоит растение. Мало наших на каждом километре. Я по следам иду. И медведя. Все, мы ищем. Заберели болото. Тут отсюда уже выхода не будет. О, Леха, поперла. Но уже побольше. Побольше. Дальше в лес, толще партизаны. Да. Ну, мало еще, но уже по несколько. О, поперла, Леха. Вы что там, проходите это все? Она здесь крупненькая. Мы вышли на ягоду. На ягоду вышли. Тут не брана, Леха, тут ее много. Но если кочки. Траве как-то, да? Да. Да пофигу. Разгребайте руками. Хо, у меня самая чистая ягода из нашего коллектива. Сережа начал выступать. Сережа начал ягодку брать. Ягодку начал брать. Ягод... Курочка по яблочке клюет. Понял. Понял, не бери, я это. Я понял, съел, нифига не понял. Нифига не понял. Где-то мелкая, где-то крупная, нормально. Нашли мы, ребята, кочечки. Поперла она здесь. Местами и не брана, никак там. Чистенькая. Для потенции мужской хорошо, Сережа. Все. Угу. Чипостой будет 2 недели. Так что, это любовь есть за деньги в городе, да. Придется тебе ехать. Втихаря. Можно порыться, крупненько есть, да? Да, ладно, мы собираем. Сережа нас, Сусанин, вывел наконец-то на клюкву.
Ее, между прочим, здесь очень много. Ее так не видно? Не видно, да. Да, ну когда начинаешь собирать, ее очень много. Ну что ты, Серега, наберемся ее по ведру? Не, а давай ты? Так, это без фанатизма. Ради прогулки. Не снимаю, не вижу тебя. Давай. Ну смотри как, смотри как. Так это моя кочка, я же тебе говорил. А, твоя? Да, ты зачем к ней подрызгался? Блин. Кочек этих. Наконец-то мы вышли. Я, наверное, сейчас... А, у меня трекер-то, Леха, останется, потом приедем сюда. Поберем. Ты свой трекер стирай. Тут не зайти, дорога туда идет. Я тебе покажу потом. Это ты Сережу не слушай. Ты, мы можем срезать везде, понимаешь ты? Сережа, срезыватель. Мы зашли сейчас. Вы вообще сейчас... Да? Вы-то речь. Хотели уходить отсюда, я-то говорю, здесь. Мы хотели взять левее, хватит брать. А я говорю правее, Болото, ребята, показываю. Все бы налево ходили, блин. А надо зреть потом. Не, нормально, Лех. Смотри, вот здесь медведь разрыл муравейник. Миша. Я-то видел. Блин, ягод столько. Все, я, начинаю собирать. Я просто вам не стал говорить, вы же боитесь медведей-то. Нормально, сейчас мы ведро, наверное, доберем. Вот часик за другой. Продолжаем. Мы здесь не одни. Там вон мужчина какой-то ходит. Наверное, который на мотоцикле ехал. Он там тоже ягоды собирает. Леша пропал куда-то. А вон Леша. Ягоды тоже собирает. Все собирают ягоды. Ягод много, больше, чем там. Прибывают потихоньку. Я не спеша беру, чисто. Чтоб дома не перебирать. Продолжаем. Сережа вот там ходит, как лось. Корзина у него, конечно, недельная. Недельно набирать такую корзину. Да, наверное, скорее всего. Нагибаться-то в ногинку. Как улов у вас? Что-то мелковато нынче ягода. Засуха, действительно. Мы сначала там походили, на малом болоте. Там что-то побрано. Но вот тут-то маленькое это болотико. Отъехали туда, сюда зашли. Там дальше ничего нету. Вот здесь начинаются ягоды. И туда. А там вначале-то вообще ничего нету. А там-то? А мы оттуда зашли. От дороги, но там бросили машину в кармане. У меня карты есть, генштаба, так мы по ним, по болотам ползаем. Нас тут трое. А. Наша пикап. Вот мы сначала там походили, а потом сюда вернулись. Хотели там заехать, а там-то, я не знаю, посмотрел, что там, петлю, наверное, делать. Думаю, дай сдам. Есть дорога, да? А. Ну здесь-то мы немало прошли. Здесь-то далеко. А что это, боку нету ничего? Ничего там нету. Пусто? Пусто, но. Ну ладно. План выполнишь, нет? Чуть-чуть осталось. Но я это, чисто беру, так я мусор убираю, чтобы не перебирать потом. Дома дела всегда есть. А мы тоже чуть-чуть еще уезжаем. Я тоже. Че, медведей нету? А. Да лось-то есть, следы видно. А? Двое, да. Трое нас, но наши. Тут больше никого нету. Все свои. Дедушка,
мотоцикле, который был. Наверное, будем сваливать отсюда. Что, поехали отсюда? Ну, мне хватит. Обедать надо, что мы до вечера, что ли, тут? Я-то набрал уже, наелся. Все, поехали. Это, поговорила я с дедом. Зверя, говорит, здесь нету. Самолеты низко летают. А ты что? Победилова. С дня города, что ли, Миша? Аэропорт близко. А-а-а. Распугали, говорит, всего зверя. Там, говорит, есть заезд. Ну, не до конца, говорит, но есть дорога-то. Вот он на мотике доехал. Кстати, про это и говорил. Нет, зверь тут есть, мод. Ты что сейчас? Что там я ходил, а пиздец. Ну, медведя нету, сказал он. Ну, следы медвежьи-то я видал. Ближе, да, ближе. Заживалось, бля. Сейчас мы придем, да, все сделаем. Давай в Телеграм, Серега, снимемся. Покажем лов. Все, возвращаемся мы на ВАЗу. Сережа замыкает колонну. Пользуясь случаем, передай привет. Всем привет. Сейчас мы придем, покажем наш улов. Кто в Телеграме, тот уже видел. А кто не в Телеграме не был, покажем сейчас. Нам идти еще 3 километра по болотам. Можно еще было брать, да? Мы сюда вернемся попозже. Леса здесь глухие, ребята. Не ездите сюда, пропадете. Да и с навигатором пропадете. Да, я вспотел немного. Погодка-то разыгралась. Хорошо. Можно было до полного добрать, да? Нафиг. Уж набрался. До полного, если набирать, надо зимой брать побольше ведра. Уже набирать по полному. Все, я набрал, сидел, ел, доел. Уже надоело, думаю, пойду к вам. Пойдем на борт поставим, сфотографируем. Сейчас мы покажем все. О! Сережа цветов нарвал супруге. Любимым женщинам бот. Да, цветы дарить. Женьшень. Так-то лучше бот. Нарву женьшень и подарю букет той девушке, с которой пас олень. Что такое пика? Постоянно. Ты знаешь, что такое вообще, Димон? Димон, ты знаешь, что такое? Как называется это растение? Димон, вспоминай. Да я забыл. Багульник. Ты давай, ягод почему мало набрал? Мне хватит. Надо было ведро поменьше взять и показалось бы больше. На-ка, раздвинь. Алексей поможет, я сейчас хвастаюсь, что мы набрали. А то в машине, если его вести, голова заболит. Мое, багульника. Алексея, Сергея. Багульник, давай в кузов его бросаем. Так его, ну почему в кузов, я его завяжу и пахну. Для чего он? А? Для чего он где? От грызунов. Грызуны. Под поле уберу. Дай-ка мне тоже брошу. Чего? Багульника дай. Че ты не сказал? Я бы тоже от грызунов. А что у тебя? Ты сейчас еще поедешь? Да. Вот и нарежешь. А ты? Я не поеду. А я забыл, как выглядит. Какой Сережа? Че, вечку багульника? Вечку багульника, оставь мне одну. На, экземпляр. Это багульник. Багульник, ребята, от мышей. Положь. Сохраню. Против Микки Маусов, короче. Фу, ну что, сегодня мы съездили, четенько выбираемся. Только карася отсюда. Не ложи его. Карася мне не буду я ложить. Блин, а где-то машину исцарапал. А, это не, это, наверное, не царапал. Это знаешь, что такое? Это паста, я не стоял эту пасту полировочную. А может, исцарапал где-то кустами. Ну все, Сережа, попрощайся, мы уезжаем. Всем пока. Когда прощаешься, надо в камеру смотреть. А то неуважение к зрителям. Всем пока. Всем пока. Так что, до свидания. Тетрапак почти. Ждите продолжения. Мы, наверное, еще один разик съездим. На неделе. Может, выходные. У меня маршрут остался. Да, все. Сегодня без мяса. Без мяса. А это ты как повезешь-то? Держи-ка на руках. Почему? У меня рассыплется, если я поставлю. Так, что ты, Сережа, придумал? Ничего не раз. Но вот это так другое вот. Дело. Тогда подвинь туда, к сапогам поближе. Не кипишуй. А, ты с собой сейчас возьмешь? Сядем, усе. Все, по машинам. Так что, а писить? Какать? Писить. Дольше по лесу-то будет. Ты подожди-ка. Да, схожу по-легкому. Не снимай только. Так микрофон выключи, а то слышно было. Все, всем пока, уезжаем.